Задолбало эти студенты засирать мои... Тьфу ты, ёршик для унитаза я забыл. Кажется, это кабинет нашего директора, ой. Ха? Директор гей? Кто это сделал? А? Здравствуйте, вы что-то хотели? Я ищу студента, который засрал мои двери. Этот гамадрил оставил вот это. Значит, вы хотите сказать, что это я засрала ваши двери? Ну, я... До свидания. Нашему директору пора на пенсию. Это я засрал двери своего директора. Зачем? Я случайно. Извините, пожалуйста, это я испачкал ваши двери, но надписи никакой я там не писал. Держите, это вам. Ты чё, мне взятку даёшь? Ну ладно, так уж и быть, прощаю. Да сколько можно летать, летите на пары. А мы на перемене. Ой, а чё там такое? Одно твоё дело. У нашего директора появились тайны. Летите отсюда, пока я вас не сожрал. Ну, даже моя коробочка. Здравствуйте, господин директор, вы что-то потеряли? Да, я потерял. Пол жизни я потерял. Я потерял коробочку, в ней вся моя жизнь. Ну, я могу вам помочь? Ну, давай, а я тебе пятерки за все четверти поставлю. Только не вздумай ее открывать, а то отчислю, окей. Вы мне точно поставите пятерки за четверть? Да. Дорогая мама, я, как всегда, самый страшный в этом лесу. Да какой раздолбай это сделает, мешает мне работать. Здравствуйте, господин директор. Вы вышли со мной поиграть? Я занят, пишу письмо маме. Если ты еще раз появишься, я тебя отчислю. Здорово, детки, возьмите меня тоже играть. Дорогая мама, работаю отлично. Все студенты меня всегда боятся. Ой. Тьфу ты, что я несу, разве это нормально? Здравствуйте, господин директор. Ну здравствуйте, опять вы мне тут хулиганите. Можно мы попрыгаем на вашем батуте? Ладно, если покрасите мой кабинет. Опять всю мою паутину всяким говном засрали. Ну вот этот носовой платочек еще нормальный. Здравствуйте, господин директор. А я тут это, вон, видишь, засрали. Это же вещи моей бабули. Зачем они вам? Да мне они нахрен нужны, у меня свои, да хрена, забирай. Господин директор, а вы тут носок не видели? С вами разбрасывают свое белье, потом спрашивают. Да он такой желтый, дед мой потерял. Конечно, не бюро находок, но пойдем посмотрим. Ой, дедок, зачем ты туда залез? Что? Ты что, наливку у меня спер? Да в гости пришел. Если твой дед не извинится, я тебя отчислю. Сори, дружище, я просто хотел свой носок найти. Ладно, забирай, он все равно у тебя воняет. Спасибо, господин директор. Пожалуйста. Нафига им моя паутина? Слышь ты, студент, верни мой слюнявчик. Ой, извините. Совсем оборзели эти студенты у директора воровать? Отчислю всех к чертовой матери. Ладно, хрен с вами, сделаю, что просите. Ай! Господин директор такой хороший. Это ж надо, я под старость лет совсем чокнулся. Стоп, орехла храню и мне выбрасываю. Как-то раз маленький паучок обосрал ершу. Здорово, господин директор, что вы тут читаете? Да так, молодость вспоминаю. Нихера себе, у вас тут барахла скопилось. Да это мои старые вещи. О, а можно я вот этого таракана возьму? Блин, сколько ж тут барахла скопилось. Все надо выкидывать. Ну эту хрень можно оставить. Ну что, наигрались? Как там мой таракашка? Короче, вы не сердитесь, но мы его сломали. Детки, вы в каком веке живете? Его надо просто собрать. А-а-а, беритесь, господин директор. Ну где же ребята? Милка, здоровья! Это что за цунами было? Я чуть не обосрался. Здравствуйте, вы в курсе, что канализацию прорвало? Я в курсе всех событий, посмотри на мой кабинет. Ну и какой обалдуй поставил здесь камень. Так вот почему канализация по всему поплыла. Если я узнаю, что это Биба-Ибова, им башку оторву. Давайте, ребята, навались. Отличная работа, коллега. И это мой любимый музон. Ага, и мой тоже. Походу, всем нравится. Дорогие студенты, вы ко мне в кабинет захотели или отчислить? Живо выключите свою какофонию. Ну-ка попробуем это говно. О боже, отвратительно. Ну тьфу ты, дырки закончились, ну ё-моё. Чего вам надо? Господин директор, это вам. Ты меня что, на свидание решил позвать? Господин директор! Да задолбали, что ж это такое, покоя нету. Я вам принес помет бабочек. Ай! Пью-пью. Господин директор! Задолбали, кому пиздюлей дать? Говнюки малолетние. Господин директор, извините нас. Тихо. Лунатик, спасибо тебе за вдохновение. Можете дальше слушать свою шарманку. За окном бушует молекулы, люби со мной весь мир, танцуй.